комментарий простой. Играли вот эти две ошибки, два гола за минуту, и потом пытались найти какие-то ситуации в атаке и через контроль мяча, но спешили и мало себя предлагали. Блин, ну, на мой взгляд, неактивны. Будем разбираться, в чем дело. Теперь у нас в Кубке история в этом закончена. Белгороду удачи в этом турнире. В чемпионате вы идете высоко, а в Кубке услышал состав, так сказать, на основной акцент на Кубок вы явно не делали, да? Ну почему? Ну, как бы, если вы были на игре, я думаю, вы были, вы видели, мы хотели победить, и акцент в чем мы не делали. А в ротации игроков у нас достаточно неплохие игроки, и игра показала, что мы могли, да, не получилось, и подчеркнул, вот эти вот ошибки немножко надломили и за минуту запропустили два гола, так искали свои моменты, эпизоды, и у нас к Кубку самое серьезное отношение. Сегодня две, можно сказать, трагические ошибки допустили два бывших наших игрока, играющих в вашей команде. Как думаете, на них дополнительное давление сказалось или это просто стечение обстоятельств. Это футбол, ошибаются все, поверьте. И, ну, на их месте мог оказаться кто угодно. Так что тут они достаточно крепкие с характером ребята. И я думаю, не такое уж там давление было, чтобы ошибиться. Спасибо. Наверное, это редкий случай, когда за одно лето, включая три товарищеских матча, пять встреч одних и тех же команд. И вы лично смотрели, наблюдали, анализировали. Вот скажите, за эти пять игр вы заметили, чтобы «Салют» хоть как-то прогрессировал? Вы знаете, не в моих правилах давать оценку соперника, а насколько они прогрессируют. У вас очень хороший тренерский штаб, я думаю, они сами там разберутся. Мне самое главное, как прогрессирует ли наша команда. Спасибо.